Невероятно вкусный рецепт приготовления говядины в подливе, которую можно подать с любым гарниром, берите на заметку. Приготовленная по этому рецепту говядина получается ароматной, нежной, мягкой, с невероятно вкусной подливой. Если у вас найдется стакан красного сухого вина, добавьте его, с ним подлива получится еще вкуснее. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все необходимые ингредиенты, говядину очистите от пленок и жил, помойте овощи, почистите лук и чеснок. Помидоры порежьте четвертинками, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, чуть посолите морской солью, поперчите, всыпьте свежий розмарин и нарезанный зубчик чеснока, перемешайте. Влейте в разогретую сковороду оставшееся масло, выложите нарезанную крупными кусочками говядину, обжарьте со всех сторон до красивой румяной корочки. Снимите говядину на теплую тарелку, а в это же масло выложите нарезанный мелко лук, оставшийся чеснок и семена фенхеля. Жарьте минуты 2 до мягкого состояния на умеренном огне. Вкуснее тем, кто подпишется. Влейте бульон, всыпьте оливки, добавьте острый перец по вкусу. Также на этом этапе вливают 150 грамм красного вина при наличии, прогрейте в течение минуты. Верните в сковороду говядину, добавьте оставшийся розмарин, накройте крышкой и тушите на тихом огне в течение часа или чуть дольше. Мясо должно быть мягким и хорошо разделяться на волокна, также можно добавить щепотку сушеного орегано. Добавляем помидоры, подливу, солим и перчим по вкусу, тушим еще минут 10. Кстати, вместо свежих помидор можно добавить вяленые, с ними блюдо будет еще вкуснее. Готовую говядину по-сицилийски подавайте в той же сковороде, в которой вы ее готовили. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Говядина 500 грамм, помидоры черри 300 грамм, чеснок 2-3 зубчиков, перец острый 1 штука, бульон 500 грамм, розмарин 2-3 штук, веточка, масло оливковое 4 столовые ложки, фенхель 0,5 чайных ложки, лук репчатый 1 штука, маслины 100 грамм, соль по вкусу, перец по вкусу, красное вино 150 грамм по желанию, количество порций 3. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!